Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Хочу сегодня показать вам свой заказ в ИФТЭК. Снимаю уже не первый раз, я не знаю, что мне сегодня, прошу прощения, что такое. У меня камера сегодня отказывается вообще снимать. Два раза снимала и оба раза она нету видео файлов. Что не так, не понимаю. В общем, ладно. Первое, что вы видите, я заказала, это просто на резинке. Так как уже не первый раз снимаю, уже даже успели ее натянуть, новую простынь на матрас. Трикотажная простынь на резинке, вот в таком цвете. На сайте, конечно, цветочки были прям очень мелкие, здесь какие-то они прям такие более крупные. Но, в принципе, неплохо для разнообразия, почему нет. Понравились мне в ИФТЭКе трикотажные простынки на резинке. Я беру 180 на 200 у нас матрас. Мне нравится. Хорошо сидят на матрасе, хорошо стираются, не садятся. То есть все прекрасно после стирки с ними. И поэтому удобно на резинке такие простыни. Поэтому я решила под свои комплекты постельного потихоньку набрать разные вот, разных цветов простыни. Стоила она, по-моему, 650 рублей. Вторую простынь я взяла уже под другие комплекты постельного. Вот в таком цвете, в коралловом. Тоже 180 на 200. Это, по-моему, простынь стоила 550 рублей. 100% хлопок на резинке. В общем, довольна. Будем пользоваться. Дальше. Увидела я по хорошей цене. Была акция на ИФТЭК. Там, знаете, то, что распродажа. В общем, и взяла вот такие вот красивые, смотрите, для детские наволочки на подушечку. Эти наволки для девочки. Но вот были только 60 на 60. Но это не проблема. Можно под детскую подушку ее ушить. Не знаю, почему положили одну. Если я не ошибаюсь, у меня в заказе было их несколько. Нужно будет сесть, проверить. Довольно тоже хорошее качество. Они никогда лишними не бывают. Поэтому взяла. Ох, Рита тут хулиганит. Вот, прошу прощения. Дальше. Купила я себе, так как уже зима, в планах еще поездка, решила взять себе домашний костюм а-ля пижама, уже такой зимний вариант. Я взяла брючные такие вот штанишки, они с карманами, идут как брюки, как я уже сказала, красивые, такой расцветки. Чуть-чуть, единственное, длинноваты. Вот такие вот брючки шли, и к ней кофта, туничка. Девочки, вот такая красота с мышкой. Мне очень понравилось. У нее, как вы видите, спереди чуть короче, спинка длиннее. Идет рукав в 3/4. Классно, мне понравилось. Буду с удовольствием носить. По размерам, давайте покажу так. Я взяла 52, потому что размер... Во-первых, трикотаж он дает усадку. Во-вторых, не хочется, чтобы это все было в обтяжку, в облипку. Вот такая прелесть взяла. Довольно померила, все хорошо село. Будем с удовольствием носить. Дальше. Следующее, что я взяла, это была, такой был костюмчик для Риты. Чуть-чуть не угадала с размером, но не страшно, потому что ну, ребенок растет. Плюс трикотаж, усядется. Девчонки, вот такой вот костюмчик. Вот такая туничка. Красивенная. На девочку. С бантиком. Такая прелесть. И к ней идут вот такие вот желтые яркие, как бантик. Вообще должны быть, я так понимаю, как бриджики. Лосинки такие. Классно. Мы померили. В принципе, неплохо. Единственная туничка уже как платьишко, но вполне хорошо сидит. Так что довольны. Можно брать еще. Первый раз взяла попробовать. Посмотреть, что из этого выйдет. Здорово. Костюм стоил 670 рублей. Если не ошибаюсь. Девочки, выкинула уже накладную. Там Рита шумит. Не обращайте внимания. Детский костюмчик стоил 370 рублей. Я считаю, что это вполне хорошая цена. Дальше взяла, повторила вот такие ажурные маечки для девочек. Майка с ажурной резинкой. Я взяла уже побольше размер, 28. Это хлопок. Очень нам эти маечки нравятся. Обычная маечка, просто видите, здесь резиночка и как
такое, как кружево небольшое. Я взяла несколько штук. Все хорошо, мы довольны. Она хорошо сидит, хорошо стирается. Единственное, не поняла, почему мне все майки прислали одного цвета. Все голубенькие. Ну, как бы, раз в заказе несколько штук, можно было разные, что ли, положить. Такая вот, увы, политика у Ивановского трикотажа. Неважно, на каком сайте берешь, они все... никогда не угадаешь, какого цвета тебе придет. В любом случае, довольна, будем носить. Стоили они, по-моему, там по 60 рублей, если не меньше. Довольна. И по 60 рублей увидела на сайте вот такие пеленки впитывающие, Пилигрин. Два размера в одной упаковке. Тут мне немножко не то прислали, я уже звонила, но будем переделывать. Обещали, точнее, прислать там другие. В общем, вот такие впитывающие пеленки. 60 на 90, 60 на 40. Они на сайте стоили по 60 рублей. У нас в магазинах намного дороже. Фикс прайса у нас нет. Пеленки всегда нужны. Всегда пригодятся. В общем, взяла пару упаковок. Довольна. Почему нет? Единственное, что я заказывала большие несколько упаковок. А прислали как набор, видите? В общем, в принципе, они и эти не пропадут, но маловато все-таки 60 на 40. А так, в целом, я довольна. Весь заказ обошелся мне в 3000 рублей. Пришел достаточно быстро, поэтому мы довольны. Раньше как-то в ФТЭК вкладывали еще подарок в каждый заказ. Ну, смотрю, в последнее время перестали вкладывать. Так, прошу прощения, тут Рита постоянно... ходит, и мне что-то совсем прям все скрутило. Спасибо, кто был со мной, кто смотрел меня. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока!